Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым боксом, абсолютно без вложений. Discover ADS называется. Минимальный вывод для всех 2 цента. Ну и здесь можно все перевести и почитать. Регистрация, ребятки, наипростейшая. Имя, логин, два раза пароль, два раза имейл, два раза пароль. Галочка уже стоит по умолчанию. Нажимаете регистрация. На почту мне ничего не пришло. Вход по логину и паролю. Кликаем, попадаем в кабинет. Сейчас загрузится шкала. И наша домашняя страничка. Вот у меня на балансе такая сумма. Я одну рекламку просмотрела. Давайте пройдемся по вкладочке. Домашняя страничка, сообщение. Здесь пополнение баланса. Сейчас посмотрим. Есть аккаунт баланс. Можно с аккаунта баланса в случае чего пополнить. Далее. Апгрейд аккаунт. Значит, здесь минимальный апгрейд от 50 центов на 5 дней. Далее. Вкладочка «Вывод». Как я сказала, вывод здесь от 2 центов. У меня пока нет ничего. Вкладочка «Баннеры». Здесь находится партнерская ссылка и два баннера. Персональные настройки. Значит, сюда я ставлю «Yes». Так, «Yes». И здесь «Perfect», «Pair» и «Криптокошельки». Так, я прописываю кошелек. Сюда мы прописываем пароль, который указывали при регистрации. Кликаем «Сохранить». И проверяем. Так, кошелек прописан. Далее здесь будут отображаться наши партнеры. И теперь по поводу заработка. Значит, ИФ АДС. И вот такая здесь рекламка. Здесь ее немного. И вот такая вот сумма. 0.201. Это на бесплатной основе. Я пока просматривать не буду, так как я хочу сделать пробный апгрейд. Но перейдем на форум. Значит, что у нас здесь? Вот, Paument. Доказательства платежа. Пошли уже, так как, ну, 2 цента, ребятки. И, естественно, пошли уже, как бы, выводы. Кликаем. И вот здесь видим вывод 1 цент. Ой, 10 центов, да? Кто-то вывел. Далее. Сейчас я опять возвращусь. Где у нас? Вот он. Вот мой первый платеж. Вот кто-то выводил уже. Видим 0.76 центов. Discover ADS Instant. Типа того. Вот. Ну и естественно вот здесь также нужно читать информацию. Вот кликаете на саму первую. Это тут от администратора. Как бы сообщение. Переводим и читаем. Не забываем. Я вернусь в аккаунт. Кликаю апгрейд. Я хочу... Вы работаете без вложений. Если кто-то захочет присоединиться, я хочу сделать пробный апгрейд на 5 дней за 50 центов. Буду напрямую с кошелька пополнять. Вот на 50 центов. Pair. Это мое решение, как бы, и я вот хочу сделать. Вы же без вложений что-то
не перебрасываю. А вот перебросила Pair. Кликаю. Я в рублях. Это всего лишь 40 рублей 66 копеек. Подтвердить. Подтвердить. Окей. И все. У меня как бы я сделала апгрейд, зелененьким загорелась. Переходим на домашнюю страничку. И вот у меня на 5 дней. Вот теперь я иду уже просматривать рекламку. И что у меня здесь по 3 цента у меня стала рекламка. Давайте одно просмотрим. Я вам покажу. Здесь нет ни капчи, ничего. Вот загружается шкала, ребятки. Вот так вот он у меня там загружается. Давайте подождем немножко. Здесь нет. Все, просмотр засчитан, видим, да? Ни капчи, ничего. Я поставлю на паузу, просмотрю всю рекламку и после продолжу, чтобы не задерживать. Я просмотрела всю рекламку. Возвращаемся в аккаунт. У меня на балансе стало 12 центов. Видим, да? Кликаю вывод. У меня стоит Pair. И кошелек прописала я при вас. Кликаю вывод. Переводим на русский, что написали. Заказ на вывод успешно создан. Мы в ближайшее время обработают. Ладно, идем. История. Комплект, ребятки, видим, да? Это означает, что выплачено. Идем на Pair кошелек. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, 21 января плюс 0.10 центов. Вот. 21 января. Перевод выполнен. 0.10. USD, Discover ADS. Платит инстант. Ну и неплохо. Вот. Как я сказала, букс абсолютно без вложений. Набираете 2 цента и ставите на вывод. Вот. Ну, в принципе, на этом и все. Что еще вам здесь показать? Больше здесь и нечего. На форум, естественно, я выложу скрин вывода. Вот. Здесь реклама. Ну, я в таких буксах рекламку не даю. Вот. Потому что это бесполезно здесь давать таких, знаете. Ну, а здесь что у нас? Статистика. Ну, вот это здесь как бы активность. Ну и все. Кому интересно, заходим, работайте, зарабатывайте. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.